инфраструктуры. До конца года будет проведено 26 организационных мероприятий инфраструктуры. До конца года будет проведено 26 организационных мероприятий инфраструктуры. Ведется работа по комплектованию соединений воинских частей личным. В результате эффективного огневого поражения вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения. За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения военной техники, в том числе 7 американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши, Соединенных Штатов Америки, а также 2 немецких танка «Леопард» и 1 английский танк «Челленджер». В морской зоне к нему привлекалось свыше 11 тысяч военнослужащих, 67 кораблей и судов стрелковых бригад на Купянском направлении –